В минувшую пятницу в парке 905 года утонула женщина. Как позже выяснили правоохранители, погибшая 89 года рождения проживала на сортировке. В городской парк она пришла в сопровождении трех собак. Попытка переплыть реку закончилась для Ивановки трагически. Находилась ли она на момент гибели в состоянии алкогольного опьянения, не уточняется. Отметим, что женщина купалась в месте для этого непредназначенном. Когда спасатели обнаружили тело, возле него дежурил один из четвероногих спутников. Долгое время собака не подпускала сотрудников экстренной службы к телу хозяйки. Днем 31 мая в единую дежурную диспетчерскую службу города Иваново поступило сообщение о том, что на акватории реки Талка, в парке культуры и отдыха имени революции 1905 года в городе Иваново, в месте, не предназначенном для купания, сотрудниками аварийно-спасательной службы города Иваново поднято на поверхность тело женщины. Тело погибшей передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причины смерти устанавливаются.